поесть рыбу, и пока она не усвоится, есть там, допустим, мясо. Или пока она не усвоится, есть там молочку и так далее. Все это вызывает брожение, у каждого продукта свое время усваивания. Поэтому необходимо знать, сколько по времени усваивается каждый из продуктов. И почему, да, нельзя совмещать. Ну, понятно, да, все знаем, что нельзя селедку там есть с молоком. Вот. Но это касается уже не только этих продуктов. Очень много продуктов, которые тоже так же несовместимы. Вот. А если у вас проблемы с желудком, если он действительно больной, а если у вас гастрит или панкреатит, сдуваться может он почти от всего. Там идет от свежих фруктов, и даже из овощей, брокколи нельзя, ну, те бобовые продукты никакие нельзя, орехи нельзя, допустим, даже перец сладкий нельзя, огурцы свежие нельзя, яблоки, фрукты любые свежие нельзя, цитрусовые фрукты нельзя. Ну, там перечень продуктов во время обострения очень маленький, который можно. Поэтому проще сказать, что можно в этот период есть, чем сказать, чего есть нельзя. Ну, в общем, на всю эту тему я писала много постов. Можете набрать решетка, Цатурян, вздутие. Там будет написано, от чего может быть вздутие и как его избежать. И решетка, Цатурян, болезнь. Там будет рассказано, какие препараты мне помогли убрать все эти симптомы. Все, там много писали, я не знаю, наверное, пропустила. Как считать белки, жиры, углеводы, которые, когда готовишь ты сам салат? Ну, допустим, какой салат? Ну, давайте почитаем салат, помидоры, огурцы. Берете один огурец, взвешиваете его, смотрите, сколько грамм он весит. Заходите в Google, пишите калорийность огурца на 100 грамм. Допустим, 100 грамм огурца. Белки столько-то, жиры столько-то, углеводы столько-то. Взвешивайте помидоры. Смотрите, сколько весит ваш помидор. Смотрите в Гугле, там есть таблица, не обязательно на 100 грамм, можно и меньше грамм. Вбивайте, и там написано калорийность продукта помидора. Все, потом это плюсуйте. Белки плюс белки, жиры плюс жиры, углеводы плюс жиры. Углеводы, калорийность одна, плюс калорийность другая. И все, ничего сложного. Как увеличить ягодицы? Тренироваться, 5 лет тренироваться. Без отдыха, правильно питаться, чисто питаться и тренироваться дома, Викуся, изменит что-то. Да, оно все изменит. Девчата, правильное питание, хоть где вы будете, 90% успеха – это правильное питание, а все остальное уже физическая активность. Я так и не поняла, закрыть мастерам кислород, что это означало, это ругать. Да ничего, мне просто присылают, когда я отвечаю. Вот, они там недопонимают, каждый высказывает свою правду, вот и все, от этого весь сыр-бор. Я сказала, когда мне был ответ на просьбу не рекламировать тренеров, и задан вопрос, почему ты рекламируешь других тренеров, так как результат дала тебе я, она ответила, проект же закончен, почему нет, почему я не могу других тренеров рекламировать за деньги, которые еще палец не ударили для ее результата. Я окей, проект закончен, хорошо. Все. Тут она к мастерам на коррекцию, по бартеру. Бесплатно же было, за счет меня. Я мастерам сказала, проект окончен. Бесплатной коррекции делать нельзя, потому что проект окончен. Хорошо. А тут и вот так вот... Она вывернула, что типа она за деньги хотела. Конечно, конечно. За деньги, пожалуйста, иди делай. Хотела, так иди делай, в чем проблема. Бесплатно я ей предлагала еще раз сделать у Адель. Она сказала, ой, извини, мне некогда. Ну и не пришла на процедуру. А потом говорит, то, что там Адель сказала, что извини, мне Вика ближе, это ее выбор, это не мой выбор. Я Адели сказала, что как по проекту мы с ней работали, такого мы больше не делаем, мы не работаем бесплатно. Все, это мое условие было. То, что там сами мастера выбирают, это их условия, это их выбор.
А, конечно, она сейчас может вывернуть. Я и не собиралась бесплатно. Ну, не собиралась бесплатно, иди. В чем проблема? Ну, то, что Адель сама не захотела, это не мои проблемы. Так, ты в хорошем отношении с родителями Руслана. В замечательных отношениях родители с Русланом меня очень любят. У него, мне кажется, самые лучшие родители в мире. И действительно, пример тех родителей, которые должны быть вообще в мире. Такая образцово-показательная семья. В этом папа никогда на маму не накричит, не наругает. Он уже там много лет, он ее там до сих пор зайчика называет. И когда мы приезжаем, да и вообще даже когда меня нет, они за меня переживают больше, чем вообще кто-либо когда-то за меня переживал. Они там: Викочка, Викочка, как Викочка наша. Вот, я приезжаю, меня встречают как родную дочь, поэтому вот. И Руслан с Артемом ездит, когда я уезжаю по работе, да. Вот, Руслан с Артемом спокойно приезжает, и все как своего принимают. Что лучше, БЦА и аминокислоты? Ну, аминокислоты — это другие аминокислоты. Там 12 аминокислот. БЦА — это незаменимые аминокислоты, которые содержат всего 3 аминокислоты. Аминокислоты вы можете получить из продуктов питания. А вот БЦА уже сложно получить. Не знаю, мне на аминокислоты, именно которые в таблетках, на жуткое вздутие, мне вообще не подходят. Вот. А БЦА отличненько. Артем и Руслан просыпаются в звукотренажер. Не-а, им пофиг, но они любители поспать. Я ем салатик с апельсином, свеклой и грецким орехом. Вкуснятина. Какая прелесть. Я очень рада. Приятного аппетита. Как убрать складки под попой? Ну, это нужно обязательно комплекс тренировок. Обязательно правильное питание. Вот. Поэтому закажите программу питания, тренировок у тренера и следуйте ей, ваши складочки под попой пропадут. Массаж помогает от целлюлита. Массаж помогает от целлюлита только в комплексе с питанием и тренировками. Если вы будете есть все подряд, если вы не будете тренироваться, если у вас не будет режима, то никакой массаж вам не поможет. Видела, ты пьешь фолиевую кислоту, зачем? Ну, уже я не пью, когда цикл надо было восстановить, пила. Как справиться с негативными высказываниями? Вот сколько людей, столько и мнений. Я очень горжусь. Ну да, у каждого своя правда, а я такой человек, как бы мне все равно. У меня своя правда, у кого-то своя. Я высказываю свою точку зрения, вы высказываете свою, каждая имеет место быть, какая бы она ни была. Вот, сказали, высказали, спасибо, до свидания. Я занималась на тренажерах, можно полезно разговаривать. Тренировка — это не вредит? Нет, разговаривать нельзя. Вредит. Вредит — это сердцу и дыхательной системе. Как рассчитать необходимую норму БШУ, калор болит? Гугли, полно всяких счетов, расчетов. Легко и просто. Я не знаю, что про цикламат натрия рассказать. Я не знаю ничего. Вчера сделала печеньку. Белок, овсянка 30 мл соевого, молока, полбанана и на антигриль. Космос. Да, ну вам везет, вы бананчик можете кушать. Мне кажется, банан добавить просто в любой коктейль, в любую там ПП какую-то печеньку, в ПП мороженое. Это просто невероятно волшебный продукт, который из говна сделает конфетку, если его добавить. Вот, поэтому, конечно. Да пускай делают хоть платно, хоть бесплатно, тебе какая разница? В смысле, какая разница? Платно пускай делает. Бесплатно за счет меня нельзя делать, проект закончен. Почему-то она должна делать за счет моего имени, моей работы, моего труда себе какие-то процедуры. Объясните, пожалуйста. Человеку нужно учиться, чтобы немножечко так на землю упасть и не думать, что все вокруг нее должны вертеться. Пожалуйста, пускай ищет мастеров и делает ей. Почему она к моим мастерам идет? Бесплатно делать. Мои мастера делали бесплатно в рамках проекта. Пускай идет к любым мастерам, к другим и делает бесплатно.
Вик, не ем сладкого 3 месяца. День рождения хочу съесть кусок торта. Вы лучше утром или вечером покушать? Ну, конечно, лучше утром и обязательно сразу после завтрака. Одно условие, съедаешь каши, не маленькую порцию, вот, только потом через минут 10 ешь торт. Ты хоть раз была в Кемерово? Нет. Сколько калорий нужно употреблять за день? У каждого своя суточная норма калорий, и 100% скажу о том, что если вы хотите похудеть, то калорий нужно употреблять намного меньше, чем вы тратите. Если вы целый день лежите и ничего не делаете, то суточная норма калорий у вас одна. И если вы целый день пашете, как папа Карло, работаете, тренируетесь, занимаетесь домом, то есть у вас бешеная физическая активность, то потреблять калорий вы должны намного больше, чтобы успевать за энергией, энергической, да, своей ипостасией, так сказать. Вот. Вот и все. Сладкое желательно есть до обеда. Девочки, сладкое, вот что в моем понимании сладкое? В моем понимании сладкое — это фрукты, это арахисовая паста, это сухофрукты, это орехи, это те продукты, которые можно есть до обеда, ничего с вами не случится. А не значит, что есть шоколадки, тортики, конфетки каждый день до обеда. Нет, такие продукты есть запрещено навсегда, если вы хотите добиться полноценного результата за максимально короткий срок. Понимаете? А, Руслан, 27 лет. Смотрю я в оценку. Молодец. Мне усиралось вчера, что ты, Вика, завидуешь Оксане и ее губам. Ведь не было этой темы, если бы она не выдумала такую чушь. Перекрыли кислород, лишь бы подогревать конфеты. Да мне просто, мне говорят, что ты обращаешь внимание? В смысле, там говорят о моем имени, говорят неправду. Я же имею право сказать, так как я считаю, почему это произошло. Конечно, она там свою правду матку может рубить, какую хочет, какую она придумала. Губы, я ей говорю, когда Адель приезжала в прошлый раз, я ей сказала по-хорошему, я тебе записала, иди сходи на коррекцию губ, Адель тебе доведет. На что эта королева, извините меня, сказала, я не могу прийти, не готова. Ну не готова, что-то под тебя под каждый приезд Адель должна подстраиваться, что ли? Не может. Все, а потом говорю, тогда следующий приход ее будет платный. Что в следующий раз девочка с небес упала и думала, прежде чем делать что-либо. Вот и все. Следующий ее приезд за деньги был. На что Адель там отказалась, это ее выбор. Она решила отказаться. Я тут ни при чем. С деньги, пожалуйста, делай, что хочешь. Я всегда свое мнение доказываю, свою точку. Ой, спасибо большое, так и делаю. Во сколько лет ты родила, сколько у тебя детей? У меня один ребенок, родила его в 16 лет. После сна безумно сладкого хочется, прям кусок торта. Как считаете, подойдет это со временем? Конечно, пройдет. Не переживай. Терпение, труд. Девочки, все в ваших руках, ваша сила воли. Если вы не можете терпеть своих соблазнов, своих прихотей каких-то, ну о какой фигуре может говорить идти речь? Ну не можете, значит, вот вас награждает тело тем, что вы заслужили. Вы поймите это наконец. Вы на своем теле имеете то, что заработали, то, что заслужили, и ничего другого. Все природа отдает то, что ты ей даешь. Как ты себя ведешь, то и получаешь. Поэтому, если у тебя на теле какие-то проблемы, да, какие-то недовольства, значит, ты сама это сделала своими. Ой, я хочу сладенькое. Ой, я не могу. Ой, ой. А, как девочка одна говорит. Вот я исключила сладкое. У меня заболела голова. Я знаю, что я сейчас выпью чай с сахаром, и она пройдет. Это такой самообман, девочки.
Вы исключили не только сладкое в этом случае. Вы не разбираетесь полностью в правильном питании. Для того, чтобы вас не тянуло на сладкое, не было головных болей, существует баланс БЖУ. Почему у вас это начинается? Потому что у вас его нет. Вы помимо сладкого исключаете другие полезные продукты, которые необходимы нашему организму. Сложные углеводы, раз. По-любому вы не едите каши столько, сколько нужно. По-любому у вас жесткий дефицит в углеводах. Жиры, два. Жиры дают охренительное насыщение, и вы не хотите сладкого, поверьте. Если вы хотите сладкого, съешьте орехов, съешьте авокадо, съешьте арахисовой пасты. Вы сладкое перехотите. Белков, у вас их больше, чем углеводов. Это приносит повышенное желание хотеть сладкого, потому что энергии своему организму вы не даете. Белок не дает энергии вашему организму, он его истощает. Девушкам категорически запрещено потреблять белка больше, чем углеводов. Если в вашем рационе слишком мало углеводов, это и приводит к вашим срывам, вашим постоянным желанием хотения сладкого. Вот и все. А не из-за того, что ты его исключила. И думаешь, если ты выпьешь чай с сахаром, тебе полегчает. Да, тебе полегчает. На 10-15 минут, так как сахар быстренько даст энергии, да, и поднимет инсулин. Но как он быстро дал, так он быстро и заберет. И это вернется обратно. Вот и все. Для того, чтобы получить эту энергию, необходимо съесть сложный продукт для того, чтобы он долго давал энергию. Если быстрый продукт дает быстро, он как быстро дал, так и быстро и забрал твою энергию. А долгий продукт, такие крупы, сложные, как углеводы, они дают долгий эффект. Пока организм не раскачается, они выделяют ту энергию, которая необходима без каких-либо резких скачков. У тебя идет постепенное поднятие и прилив сил и энергии столько, сколько необходимо твоему продукту. Поэтому с утра издревле, 155 миллионов лет назад, люди ели кашу. И это абсолютно нормально, это не просто так придумано. Это потом уже начали извращаться и что угодно придумали. Поэтому единственная причина, почему вы срываетесь и вас тянет на сладкое, неправильно сбалансированный рацион питания, который вы сами себе построили. Вот и все. Клизмы нет, ничего не практикую. И по поводу того, что девочка пишет, я, допустим, вечером хочу тяжелой пищи, а вот с утра кашу я не могу есть. Вот вечером с удовольствием. Ты хоть раз перетерпи. Я уже говорила о усвояемости пищи. Почему? Потому что вечером ты нажрешь, эта пища усваивается очень долго. Когда твой организм должен спать и отдыхать, он спит и отдыхает, он не перерабатывает твою пищу, твое мясо сложное. Оно остается гнить там, мясо там, картошку и так далее. С утра, когда ты просыпаешься, почему ты не хочешь есть? Потому что организм просыпается и начинает ковыряться в том дерьме, которое ты дала ему вечером. Поэтому, естественно, ему не нужно другой пищи, потому что он уже с теми какахами не разобрался, которые ты на ночь поела. Это причина того, почему с утра человек не хочет есть. Вечером не надо нажираться, вот и все. Хоть один раз попробуйте вечером съесть легкую пищу. Просто какой-нибудь легенький белок без жиров и углеводов. Поверьте, с утра вы захотите есть, как бешеная лошадь. Вы налетите на кашу, на все что угодно. Только по причине того, что организм быстренько ту пищу прошлым вечером переработает и на утро будет готов к следующей пище. Вот она причина, почему вы не хотите кушать с утра. Не потому что там вы не хотите, потому что вы неправильно питаетесь. Все зависит от вашего правильного питания. За вопрос, во сколько лишилась девственности, во сколько посоветуешь? Советую вообще ее не лишаться и всю жизнь ходить девственницей. Была бы моя воля, ходила бы, честно. Лишилась я в 16 лет и сразу же забеременела в этот день. Ну, 16-15, и там через сколько-то месяцев мне 16 исполнилось. Вот. Вес стоит, что делать? Если у вас встал вес, ну, во-первых,
если вдруг у меня сейчас выключится, наберите решетка, сатурян вес встал. Почему встает вес? Ну, потому что, наверное, вы не пересчитали КБЖУ. Это раз. Нужно заново пересчитать меню. Нужно перестроить полностью свой рацион питания. Нужно создать новый дефицит калорий. Это первая причина. Вторая причина. Вы, наверное, выполняете одни и те же тренировки. Для достижения результата организму нужна каждый раз новая физическая активность, новая физическая нагрузка, то бишь новый план упражнений, который вы должны выполнять каждый день разный. Каждый месяц план ваших тренировок должен кардинально отличаться от другого плана тренировок, потому что потеря жира в организме идет тогда, когда у организма стресс. Чтобы вызвать этот стресс, ему необходимо дать нового пинка, новую нагрузку, новую физическую активность. Вот и причина, почему вес стал. Питание старое, тренировки старые, норма калорий старая. Так а с чего ты хочешь, чтобы у тебя вес был новый, скажи, пожалуйста. Вот и все. Запоминайте, сохраняйте этот эфир, я не знаю, информацию. Вот, я думаю, на все, кстати, в этом эфире на все такие главные вопросы я ответила достойно, понятно, довольно понятно. Первый месяц в спортзале, возможно, отеки, разбухание мышц. А что вы там делаете, что у вас отекают мышцы, разбухают? Откуда у вас там еще мышцы появились, если вы только первый месяц ходите? Как прошла постановка нижней? Не, мы еще не ставили, мы только слепок снимали, с 4 сентября будем ставить. Питание чисто, тренировки, это залог успеха. Делайте, как говорит Вика, и будет вам счастье, уже испробовал на себе. Спасибо, мамочка. Спасибо огромное. С чего начали? Начинали первую тренировку. Да, все что угодно, просто пришла в зал, начала тренировку с кардиотренажера. Какой нормальный фитнес-клуб Адыгей посоветуешь? Мастер спорта, самый лучший фитнес-клуб Адыгей, Новороссийская, 29. Как похудеть в лице? Правильно питаться и тренироваться. А наращивание волос какой посоветуешь? Капсульный или голливудская? Ну, я голливудская не пробовала, поэтому капсульный. Этот салат из свеклы с апельсина, ты берешь один апельсин, один свеклу? Да, конечно. Но я не съедаю полный салат. Половинку съедаю. Порта успеха. Спасибо. Кем работает? Ну, он уже 100 раз отвечал, что Руслан занимается покупкой и перепродажей машин. Уже много-много лет. С тех пор, как он ушел с железной дороги. Какие были когда-нибудь проблемы с самооценкой? Да, у меня были проблемы с самооценкой после родов. Я вообще забыла, кто я и что я. И поднять эту самооценку помогла мне работа официантом. Помню, в 17 лет я пошла работать в Берфес Хабаровск. Это пивной ресторан, такая сеть. Самая продвинутая была на тот момент. Вот. И там через месяц мне исполнилось 18. Я безумно любила эту работу. Вот. Она мне очень много дала. Каждая работа вообще мне много чего дала. И, конечно же, эта работа подняла мне самооценку. Потому что официанты всегда, если ты симпатичный официант, да, уделяют должное внимание в любом случае, даже если там не в плане того, что пристает, не пристает, но просто к тебе всегда обращаются. В работе официантом ты чувствуешь себя всегда нужной людям. Вот, за счет этого, конечно, повышается самооценка, ну и плюс какие-то комплименты, не комплименты, тоже чаевые там являются, да, стимулятором повышения моей самооценки. А почему Шевелёва говорит, что нужно пресс каждый день качать? Ну, каждый в своей методике. С ее физической, да, с ее типом телосложения, с ее ростом, да, с ее образом жизни. Ей, может, подходит этот метод тренировок качания пресс. У нее идеальная талия от природы. Она никогда, мне кажется, не была широкой. То, пожалуйста, качает каждый день. Ей это нравится. Почему нет? Я говорю, не качать пресс до тех пор, пока у вас лишний процент жира, что в этом смысла нету. Вы только под жиром его качаете. Не тратьте время на бесполезные упражнения. Когда похудеете,
когда ваш процент жира будет минимальный, тогда вы можете качать, подкачивать свой пресс, да, для более, чтобы он более релевантнее выглядел, более чуть объемней. Но не до того, как вы еще не похудели. Я об этом всегда говорю. Чем 150 раз в 3 подхода качать пресс, лучше сделать одну круговую тренировку, сжечь жир на всем теле, потому что при методе тренировок существует тот процент сжигания жира за определенную тренировку. За то, что вы сделаете, грубо говоря, 3 подхода по 100 раз покачаете пресс, вы затратите самый минимальный процент энергозатрат за эту тренировку. А если за это время вы проведете огромную большую тренировку, да даже пускай круговую, небольшую, то вы затратите намного больше процента энергопотребления, если вы сам зажжете жир. Вот и все. Нужно уметь выбирать, правильно устроить свой план тренировок. Вот вы просто можете... В чем проблема, что люди выдирают из контекста какую-то информацию и прилагают ее к общей информации. От этого и ошибки. Не разбираясь логически, почему так происходит. То же самое, вот когда про сладкое я рассказывала, да, она говорит, я выпью чай с сахаром, и мне станет легче. Она не стала разбираться, почему у нее такие проблемы, что проблемы из-за того, что она неправильно рассчитала бы жиру. Ей проще было пойти вот таким образом, понимаете? Ладно, девчата, мне время окончено. Все, 50 минут кардио готово. Сейчас собираюсь. Сегодня вечером вылетаю в Москву, вот, так что встретимся в Москве, в аэропорту, как всегда выйду в прямой эфир, все, спасибо за эфир, сохраню его, обязательно скину куда-нибудь, вот, будете пересматривать, чтобы не забыть важную информацию, все, пока-пока!